Подразделение управления МВД России по Тверской области пополнились 30 новыми сотрудниками. Торжественное приведение к присяге молодого пополнения прошло в пятницу 20 августа. В церемонии приняли участие губернатор Игорь Рудень, а также советник президента России Владимир Васильев. Подробности прямо сейчас. Со службой в органах внутренних дел связать свою жизнь Светлана Андреева решила достаточно давно. Долгое время девушка работала как государственный гражданский служащий. Но в какой-то момент решила, пора аттестовываться и надевать служебный китель. Работать Светлана будет, как она сама говорит, на не совсем женской должности. Инспектор роты по охране объектов органов внутренних дел. Я ответственна за вооружение ОМВД. Поэтому буду заниматься именно военным имуществом. Вместе со Светланой к присяге сотрудника органов внутренних дел в этот день были приведены 30 человек. Они вошли в состав подразделений Управления Министерства внутренних дел России по Твери и Тверской области, Центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального управления МВД, а также ОМВД России по Калининскому району. К молодому пополнению обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя. Ветераны нашей милиции всегда пользовались огромным уважением граждан. Про них создано целый ряд кинокартин, фильмов. Написаны книги, имеется большое количество фото и видеоматериалов. Они учили нас, что сотрудник органа внутренних дел должен быть человек высоких профессиональных, а главное личных, нравственных показателей. И эти качества высокой личной нравственности и профессионализма должны всегда быть направлены исключительно в интересах государства и в интересах нашего населения. Советник президента страны Владимир Васильев, в свою очередь, отметил, что сотрудник полиции сегодня – это надежда нашего общества. «Каждый день важно стоять лицом и душой к людям», – подчеркнул политик. Мы, я думаю, за все эти годы, о которых говорил Игорь Михайлович, научились воспитывать героев, которые в трудную минуту могут встать и отдать жизнь. Это огромное достижение нашей системы, всех присутствующих здесь и тех, кого здесь нет. Сегодня правительство Тверской области и региональное управление МВД России проводят совместную работу по реализации профилактических мер по снижению правонарушений и уровня преступности в регионе, обеспечению охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения. Правительство области оказывает поддержку по укреплению материально-технической части правоохранителей. В конце 2020 года губернатор Игорь Рудень передал подразделениям органов внутренних дел Тверской области 85 новых служебных автомобилей. Они поступили патрульно-постовой и дорожно-патрульной службам, участковым уполномоченным, дежурным частям и следственным подразделениям.